Так, кто меня не знает, кстати, меня зовут Мустафа, я студент 4 курса. А, вот, кстати, у вас была задача с домашки, что-то в духе, что вот есть атомы закрепленные и соединены с электронами. Вот такой электрон маленький, и есть какое-то поле внешнее, да? Ну вот, и... У некоторых вызвало вопросы, кажется. То есть, как это вообще? Ну, давайте посмотрим. Вот электрон массы М, жесткость пружинки К, то есть уравнение движения сначала напишем. Вот mx с двумя точками плюс m на tau x точкой. Это дедлайн просто у вас прошел по домашке, а если кто-то решит, то там коэффициент будет какой-нибудь в духе 0,1. Так что, ну, в принципе, можете посмотреть этот семинар и получить 0,1 балл. Kx равно e на e. Вот, и e равно... Е0 на Е в степени и омега на Т. Вот. И что бы нам хотелось сделать? Можно, например... Ну, то есть, что мы знаем? Нам надо найти проводимость. Вот. А чтобы найти проводимость, нам надо, соответственно, ток посчитать. Но ток — это концентрация электронов, носителей, на заряд носителей, на скорость x точкой. Ну, можно это продифференцировать и получить что-то в духе, что m на ne g с двумя точками. Ой, давайте как-нибудь вот так, большую букву g. Плюс m на tau на g с точкой на ne. Плюс k на ne на g равно e на e. Да. И потом после этого можно сделать такую замену, ну, то есть преобразование. G равно G0 на E в степени и омега на T. Угу. И после этого вы получите что-то в духе G равно NE квадрат. Так, сейчас k на m минус омега квадрат так, кажется, ответ такой. Что-то похожее у вас было, да? Ага, ну вот. Давай. А, откуда такая модель? Да. А, ну это по сути модель диэлектрика. Ну вот, что... Да, вот, соответственно, когда вы возьмете... А, здесь еще омега, похоже. Теперь все правильно. Вот, когда вы, k у вас не нулевое, берете предел омега, то есть это значит, что у вас поле какое-то статическое,
Ну вот, а диэлектрика, он, как известно, ток не должен проводить. Ну, проводимость. Вот, и... А, ну еще можно заметить, что K, когда строго ноль, то есть практически вообще пружинки нет, и взять тогда уже предел омега к нулю, тогда получите Не квадрат тау на М. Да. Так. А, ну и ладно, здесь похоже тоже на М. Да. Все, тогда здесь похоже точно верно. Ну вот, и тогда вы уже получите с лекции знакомый результат. И я вас прошу проверять на какие-то всякие граничные случаи такие. Это помогает. Вот, соответственно, вот, например, интеграл у вас был вещественный, а ответ какой-то мнимый. Значит, вы что-то не так сделали. Хорошо, это один пункт. Времени вагон. Окей, давайте посчитаем один интеграл. А, можно вопрос? Да. А вот задача по всей найти линейные локи. Да. Вот, и если интегрировать просто вот сигма омега, то там слишком громкое отражение получается. И не было ли сигма, что нужно найти сигма d при резонансном случае, то есть когда того, а, ну, вообще говоря, можно в любом случае найти. Там только они чуть отличаются, вроде будут друг от друга. Но если возьмете, когда K там меньше всего на свете, и вроде как дискриминант будет определенного знака, а не там при разных случаях, тогда вроде тоже сможете получить ответ с лекции. Ну вот. Ну хорошо. Вообще, небольшое такое предисловие. У вас уже была лекция по ветвям многозначным, и, возможно, кто-то ничего вообще не понял. Такое вполне нормальное может быть, потому что вы в первый раз знакомитесь с этим. И, ну, к этому, в общем, надо привыкнуть, я бы так сказал. Надо это, ну, осознать все, переварить. И давайте разберем там один интеграл. Так, это я могу стирать, наверное. Так, вот, давайте сосчитаем такой интеграл. Это один, так сказать, частный случай, который может быть один частный случай интеграла, который мы будем считать после него. Так, у вас вроде такого не должно было быть в домашке, если не ошибаюсь. Вот. Есть идея, как это считать? Сейчас. Ну вот, давайте. Есть у нас плоскость. Ну, плоскость z, например, да, x равно z. Где разрез бы вы провели? Ну да. В общем, какой-то такой был бы разрез. Ну, вообще, разрез, чем он, как сказать, нужен? То, что у вас какие-то неоднозначности есть. И чтобы с этим бороться, надо, по сути, считать не по всей оси комплекта, ой, не по всему этому полю С надо считать, а по какой-то области, которой
Можно задать функцию, вот логарифм в этом случае однозначно. Ну и для логарифма, наверное, в 90% случаев, может даже больше, подходит такой разрез. Ну хорошо. Так. Ну давайте, где полюс? Здорово. Так, и какой контур возьмем? Окружность, которая еще потом охватывает воздух. Такая? Нет, вторая половинка. Да. Вот такой смайлик. Правильно. Ну, хорошо, давайте тогда проведем вот такое направление, сделаем этого контура. Назовем его, ну там, не знаю, C, например. Так, и наш интеграл G, это по сути вот этот вот кусок. Ну, то есть, видно, что если вот взять, например, радиус лямбда, то, ну, так легко оценить, что вот здесь, если лямбда большое, то это знаменатель будет около лямбда квадрат, вот, а интегрирование там даст 2 пи лямбда. Ну, логарифм такая медленная функция, ее вообще там, ну, можно практически легко отбросить, там, например, какой-нибудь степенью лямбда в степени альфа, где лямбда какое-то очень маленькое. Оно всегда медленнее растет, чем x в степени альфа на бесконечности. Это вроде даже какой-то предел, если я не ошибаюсь. Ну хорошо. Тогда давайте. Отсюда получаем, что интеграл вот на вот этой вот окружности без вот этого вот куска, это будет 0. Вот, хорошо. А вот этот вот кусок, можете сказать, чему равен будет? Вот этот. Так, кто-нибудь один давайте. Угу. Так, ну, числитель такой же, да? А пределы какие? От бесконечности до нуля, наверное. Ну да, правильно. Хорошо. Ну тогда чего мы делаем? Ну да. То есть, То есть это будет что-то в духе минус от нуля до бесконечности. И уже такой интеграл. Ну да, немножко сократится. Почему? Ну да. Думаете? Было в домашке? А, ну тогда вам повезло, что дедлайн кончился. Да. Ну вот. И тогда есть какие-нибудь идеи, как это сделать? А, то есть вот такой вот взять. Да.
Но я думаю, значение интеграла не зависит от того, раскроете вы квадрат или не раскроете. Ну да, там будет не очень хорошо. И вы не получите свой ответ. Ну вот. Ну хорошо. И, соответственно, есть такой достаточно общий метод, как с этим можно бороться, если логарифм сокращается. Вот. И он состоит в следующем. Ну давайте сначала... Ну хорошо, давайте сначала интеграл этот посчитаем, который нам нужен будет. То есть давайте его как-нибудь и назовем, например. От нуля до бесконечности z степени альфа на 1 плюс z квадрат dz. А в этом случае какой контур будет? Да. Так. Ну, нарисовал. Тоже плюс-минус и. Угу. Ну, хорошо. Тогда давайте, чего мы сделаем. Вот есть у нас f от z равно z степени альфа. Так, и пусть, ну, такие числа x, y, да, вещественные, что z равно x плюс y, естественно. Тогда f от x плюс y 0, чему равно? Угу. Ну, при x положительном, да. Это мы на верхнем берегу этого разреза фиксируем. Тогда f от x минус и 0. Да. Так, ну и чтобы вообще жизнь была прекрасна, нам бы хотелось вычислить на этих полюсах значение функции, чтобы посчитать вычеты. Ну тогда, ну ладно, это я уже сам думаю, без вас смогу это сделать. И степени и пи альфа пополам. На y степени альфа. F от минус и y. И степени и 3π альфа пополам на y степени альфа. Давай. Ну да, то есть, смотри, ты фиксируешь вот какое-то значение функции здесь, да? То ты же не можешь вот так вот пойти на минус пи альфа. Ты вот можешь только вот так вот пойти. То есть, как вообще эта фаза определяется? По сути, вы должны какой-то, кстати, такой невидимый контур провести вот от одной точки до другой. И этот контур... разрешенный, который там не проходит через разрез, он как раз и вам должен давать изменения вашей фазы. Это всем понятно? Хорошо. Ну вот, тогда... Ну чего мы сделаем? Найдем вычет. Кстати, знаете, почему RS пишется?
Резидию, да, правильно. Так, z равно i. Вот z степень альфа на 1 плюс z квадрат. Ну хорошо. То есть z квадрат плюс 1 это z плюс i на z минус i. Z минус i это как раз будет наш вычет. Ну то есть вот то, что показывает, что мы на полюсе находимся. То есть здесь z плюс i и z равно i 2i. Окей. А тут e в степени i π альфа пополам. Окей, вычет в точке z равно минус i равен e в степени i 3π альфа пополам. А тут что будет? Да. Хорошо. Ну, дальше чего нам надо сделать? Ну, вообще, при каком альфа можно отбросить вот этот вот кусок с такой окружностью? Альфа меньше одного? Ну да, на бесконечности. То есть, говорите, альфа меньше одного и... Да. Да, да. Вообще говоря, когда альфа принимает какие-то значения типа минус один, минус два, я не знаю, вам говорили или нет, но вот здесь получается какой-то полюс еще, и его обычно тоже вот так вот захватывают. И получается тоже как вычет такой берется. Но нас этот случай, он не интересует сейчас. То есть, ну вообще говоря, например, можно вот вычитать интеграл. Ну давайте, ладно, сейчас посчитаем интеграл, и я вам скажу. Так, то есть интеграл здесь, вот это наш i, а интеграл здесь чему равен? Так, давайте это будет какой-нибудь... и, а, не знаю, это будет тоже j. Тогда j как будет через i выражаться? Ну, давайте я вам подскажу. И на что? В степени 2π и альфа. Равен знаком минус еще, да? Да. Ну хорошо. Тогда то есть интеграл по всему контуру равен и на 1 минус e в степени 2π и альфа. А здесь равен 2πi на e в степени i π альфа пополам на 2i минус, да, e в степени i 3π альфа пополам на 2i. Вроде ничего не потерял. Ну и, если я не ошибаюсь, то
И тогда будет равен π на 2 косинус π альфа пополам. То есть нам надо обе части домножить на e в степени минус и π альфа. Тогда здесь будет синус π альфа пополам, а здесь будет синус π альфа. Ну и синус двойного угла мы знаем, как раскрывается. Вообще говоря, можно поверить в это выражение, потому что давайте посмотрим. Альфа равно 0. Вы, наверное, знаете такой интеграл. То есть и от альфа равно 0 dx на 1 плюс x квадрат. Первообразная какая? Угу. Ну да. То есть это арктангенс единицы. А, нет. Арктангенс бесконечности. Это π пополам. Ну вот, и получаем. Так, и думайте, как можно получить вот из нашего интеграла и вот это вот J на левой доске. Ну да. Так, ну давайте. Тогда производная. Так, никого не пугает вот такой символ? Нет? Ну хорошо. Тогда вот частная производная по альфа от z в степени альфа. Кто знает? Ну ладно. Окей. Угу. Ну хорошо. Тогда нам... Похоже, надо два раза продифференцировать по альфа квадрат z в степени альфа. Тогда это будет логарифм квадрат z на z в степени альфа. Ну вот. То есть надо нам взять два раза производную по этому выражению. Ну, вообще говоря, знаете, как это можно проще сделать? Ну, то есть, вы бы, наверное, брали производную по альфа, ну, вот сразу от этого выражения. Ну, ладно, вообще говоря, нас же волнует предел альфа равно нулю, то есть альфа какое-то маленькое, и мы просто косинусы разложим. То есть и примерно π пополам на 1 минус π квадрат альфа квадрат на 8. Ну это чего там? π пополам, но на π в кубе альфа квадрат на 16. Ну вот, соответственно, вторая производная в нуле при альфа. Это π в кубе на 8. Так, по этому вопросу есть? Ну хорошо. Кстати, вообще говоря, когда вы станете чуть постарше, то вот, например, есть интеграл и
который зависит от альфа. Ну вот, и будут какие-нибудь функции, которые в какой-то области совпадают. Вот, например, будет какая-нибудь функция, которая при таких альфа совпадает буквально с этим интегралом. Ну, это хорошо, вот этот интеграл сходится. Но, например, люди хотят найти функцию, когда альфа больше единицы. Ну и вот ФКП такая хорошая наука, что, оказывается, это можно продолжить на произвольный альфа. То есть, например, если мы хотим при альфа равно двум, там, как видно, будет, например, если комплексную ось взять, давайте нарисую, что ли. Ну, это, наверное, как сказать, записывать не надо. Это так, интересный факт. То есть, вот у нас есть i равно π на 2 косинус π альфа. Вот. Если возьмем комплексную плоскость альфа, то у нас получится, что похоже во всех четных точках. Нет, не четных точках, у нас полюса будут, да? То есть, вот на однерке, на тройке. Вот так вот. Вот что-то в таком духе. Вот. И иногда бывает полезным, например, вот. Мы, по сути, функцию знаем вот только здесь, нашу. Но иногда приходится знать функцию где-нибудь здесь, например, вот в этой точке. Ну и там... ТФКП нам в этом помогает. Мы можем, например, альфа, вот что здесь, например, 3 вторых взять и найти значение. Ну хорошо. Вообще, кстати, так подозреваю, что у нас сегодня будет такой короткий семинар. Ну, либо, если у кого-то будут вопросы, то мы можем их отдельно обсудить. Но, правда, уже в порядке личной сдачи какой-то. Кстати, я, может быть, тихо говорю, если что, скажите, там, я могу погромче поговорить. Или всех устраивает. Хорошо. Так, поэтому вопросов нет, да? Ага, хорошо. Ой. А у вас кто сейчас лектор по МТНУ? Угу. Отлично. Так, вам про метод перевала уже рассказывали. Да, на прибулах это такая основа. Да, на прибулах это полезно знать, когда вы вычисляете какие-то интегралы вещественные. Вам, наверное, говорили, что вот есть точка наискорейшего спуска, да? Это где у нас, ну, перевальная точка, по сути. А мы когда вот считали вы на прибулах, то эти перевальные точки, они находились обычно на вещественной оси, и все было хорошо. То есть главное, чтобы вторая производная была меньше единицы, а первая – ноль. Это знание нам помогает и в комплексном анализе. То есть
Ну, так легче всего интеграл вычислить, потому что там и, как сказать, вот эти хвосты легче считать, вот перевальные точки, и вообще жизнь прекрасная. Ну вот. А есть такой экзотический интеграл достаточно. Он может встречаться, например, на квантовой механике. Это у вас будет через год. Вот. А этот интеграл, он такой обособленный. Скорее, вот то, что там есть один интеграл, там его можно вычислить. Давайте его и вычислим. Так. Вот. И от бета равно так, от минус бесконечности на бесконечности dx на 2. Так, на 2 косинуса гиперболических на экспоненту и бета x плюс 1/2 гиперболический синус от 2x. Вот. Такой интеграл. Хорошо. При малых бета вы, наверное, подозреваете, как его можно вычислить. Увереннее. Экспоненту разложить? Ну как? Вот ты разложишь экспоненту, у тебя будет синус гиперболический от 2х, а здесь знаменатель косинус. Да, это правильно. То есть, вообще как? То есть, да, у нас, смотрите, когда бета, оно маленькое, то у нас экспонент отлично от единицы, вот когда у нас вот это выражение, оно порядка 1 на бета. Ну вот. А когда у нас 1 на бета здесь порядок, то если взять косинус 1 на бета, то это уже большая величина, а при этом она в знаменателе еще, и это можно практически отбросить. То есть бета здесь можно на единицу заменить, и тогда интеграл будет dx на 2 косинус x. Но это вы, похоже, считали. Да? На лекции. Либо в домашке. Ну, какой там контур был бы, если комплексно его считать? Да, прямоугольник. Вот какой-то такой. А где у него высота была бы? Да, EP. Правильно. Ну, к сожалению, при больших бета нам ничего не поможет в этом случае. Точнее, знание при малых бета. Но нам поможет знание метода наискорейшего спуска. Ну хорошо, смотрите. Так, как-нибудь так нарисую. Вот есть у нас плоскость комплексная. Есть у нас... ну вообще говоря, вот какой у нас контур изначально? Вот вещественная линия. Ну и где у нас полюса? Да. Так, здесь... и π пополам, дальше и 3π пополам. Так,
Я на всякий случай напомню, что бета в этом случае она много больше единиц. Ну и здесь то же самое с шагом пи. Ну хорошо, смотрите. У нас здесь получается полюса вот и пи пополам, и 3π пополам, и так далее. И, наверное, первая мысль, которая может возникнуть, это, ну, давайте какой-нибудь вот такой вот контур, может, возьмем, да, и его замкнем, и посчитаем все полюса. Или какая мысль? Ну да, это хорошая мысль на самом деле, и она даже правильная в каком-то смысле. То есть, смотрите, если мы здесь возьмем точку и пи пополам, у нас есть вот x равно и пи пополам, потом так, шинус двойного это... А, ну да, шинус двойного это кошинус на синус гиперболический, то есть это всегда здесь ноль будет. Согласны? Ну, синус двойного это 2 косинус на синус. Вот, если там взять не x, а и x, то вы получите тоже здесь вот для гиперболических функций. То есть это здесь всегда 0 будет в этих точках. То есть это будет, смотрите, минус и пи бета пополам, и 3 пи бета пополам, и так далее. Но у нас бета же большое, то есть нам достаточно ограничиться только вот этой точкой. Все согласны, наверное. Хорошо. Угу. Ну, то есть, почему можно отбросить? Потому что сумма оставшегося, она будет там экспоненциально на e в степени минус и пи бета. Там, вот, например, этот член больше в этого и пи бета и так далее. И это вообще несравнимые величины, по сути. И их можно отбросить. Хорошо, тогда давайте я сотру вот это, с вашего позволения, и посчитаем. Ну, угу. Ну, то есть, вообще говоря, мы хотим посчитать. Да, давайте посчитаем. То есть у нас здесь какая перевальная точка? Ну, если вот косинус сюда загнать, то это будет что-то в духе вот экспонента там x. Но у нас бета большое, ее по сути можно выгонять. Ну хорошо, давайте вот как вас учили, что f от z это и бета на z плюс 1 вторая шинус 2z. Ну хорошо, давайте возьмем производную. В и пи пополам. А, ну ладно, давайте сначала в любую точку возьмем.
То есть это будет и бета на 1 плюс косинус 2z. И здесь можно заметить, что при z равно и пи пополам производная 0. То есть это наша надежда на перевальную точку, вообще говоря. Ну хорошо, давайте двигаться дальше. То есть вторая производная это будет два и бета на синус гиперболический на 2z. Здесь, наверное, можно заметить, что все не очень хорошо. Ну, то есть, смотрите, у нас когда z равно и пи пополам, то здесь синус и пи это 0. Вот. И дальше. То есть, что вы хотите дальше сделать? Ну да. На самом деле в этом, как сказать, поучительный момент и заключается, что надо посчитать третью производную. Так, давайте просто випи пополам. Почему? Ну а... Нет, подожди, синус Тейлора разложить, это третью посчитать, нет, производную? Так. Если я не ошибаюсь, то это минус 4 и бета. Косинус. Косинус. Минус 1. Правильно, да? Да. Нет, смотри, вот там же, когда ты сравниваешь одну производную со второй, то там же у тебя, чтобы их сравнить, нужно еще, чтобы степень была в определенной степени. То есть, ну, например, как это было у тебя, когда ты считал вторую там производную. То есть у тебя там, например, вторая на дельта х в квадрате. Там должна быть много больше, чем, например, третья на дельта х в кубе, да? Ну вот. И у тебя после этого там они в какой-то степени еще должны быть сравнимы. Ну вот. И как раз на самом деле это обеспечивается у тебя большой бетой, по сути. Что у тебя она достаточно, так сказать, быстро спадает. И ты можешь ограничиться просто там первым не нулевым членом. Потерял? Да нет, то есть вы можете всегда бету взять такую, что она там просто много больше единицы. А 5 факториал, как ни удивительно, это
порядка единиц. Ну, вот. Ну то есть, ну бета много больше единиц, это вот, как сказать, настолько большое, что там можно вот эти, на эти факториалы там забиваете, по сути. Что все по сравнению с бетой, оно такого маленького порядка, что ли, сравнимо с единицей. Вот. Ну, то есть это вот буквально, как вы, например, берете вот какой-нибудь интеграл считаете, вот, например, если бы я здесь сказал, вот это не и, не и от бета при больших бета, а я бы сказал, давайте возьмем предел при бета к бесконечности стремиться, ну вот, и была бы какая-нибудь функция от бета, вот что-то в таком духе, например, было бы что-то от бета плюс о малое. Вот, это прям такая же мотивация у нас, когда мы так говорим. Ну хорошо, тогда давайте посчитаем. Вот раньше у нас как было, что вот есть у нас какая-то перевальная точка, когда вторая производная не нулевая. И мы искали направление, и оно обычно было одно, да? То есть что вот есть какая-нибудь перевальная точка, ну вот, и есть какая-нибудь сейчас линия, вдоль которой у вас там вторая производная минимальна, а есть вот как такая линия, что ли, вдоль которой она максимальна. И вы там контур так сгибали, что надо вокруг линии наискорейшего спуска считать интеграл. И после этого вы как раз получаете там ответ свой приближенный. Ну вот. А когда у нас третья производная, то ну, здесь уже можно заметить, что здесь будет как сказать, линий не две, а три. И надо уже чуть-чуть извращаться с этим делом. Ну, у нас полчаса еще на это, оказывается, есть. Так что давайте этим займемся. А вам нормально, что у вас нет перерыва или? Да. А то потом будете на меня жаловаться. Ну хорошо. Тогда давайте. А что нам надо сделать? Вот у нас есть третья производная минус 4 и бета. То есть, что мы хотим сказать, что пусть минус 4 и бета на дельта z в кубе, как сказать, меньше нуля было бы, да? Это наше условие. Дельта z это z минус и пи пополам. Ну хорошо. То есть, ну давайте, как это обычно делают. Так, никто не ловил мысли, надеюсь, что мы хотим сейчас сделать. Или, так сказать, как Кожевников говорит, вам все понятно или уже ничего не понятно? М? Ну. А мы хотим найти сейчас направление наискорейшего спуска. Да. А вообще говоря, почему у нас есть трудности с этим? Смотрите, у нас есть наше... у нас есть условия на нашу перевальную точку. Производная равна нулю. Вот. И vπ пополам это производная равна нулю.
Но при этом Ипи пополам это у нас еще и полюс. То есть мы не можем, как раньше, прям вот насквозь проходить ее. И нам надо как-то ее мимо там проходить. Ну, чтобы как максимальный вклад от нее взять. В этом и есть такой сакральный смысл метаперевала, что мы там считаем, так контур деформируем около перевальной точки, чтобы наибольший вклад от этого взять. Теоремка? Как обходить? А то есть, если я контур в форме сердечка сделаю, он красивый будет? Ну хорошо. Может быть, я чего-то не знаю в этой жизни. Ну то есть, я точно чего-то не знаю. Рост на Е степени и Фи. То есть, и мы хотим вот по положению Фи как раз и найти, где у нас есть линии наискорейшего спуска. Это почти дублирует то, что вы, наверное, на прошлой лекции делали, если не ошибаюсь. Находили так ваши линии. Это вам говорил Лёша, наверное, да? Хорошо. Ну ладно, чего мы делаем? Так. И на Е в степени И 3 фи больше нуля. Понятно, надеюсь. Хорошо. Тогда так, Е в степени И 3 фи плюс три фи плюс пи пополам, наверное, равно 2πn. Верно, согласны все. Вот. Вот, ладно, тебе понятно? Нет. Нет? А что именно, с какого момента, с этого? Нет, с этого непонятно. С этого? Нет. С этого. Вот. 3π. Ну, и это е в степени и фи пополам. Чтоб было больше нуля, смотри, у нас вот мы и загоняем в эту экспоненту, потом у нас есть там на косинус, на синус условие. Ну, да, синус этой штуки равен. Ну ладно, давайте поподробнее расскажу. Возможно, я даже и переход тогда неправильно сделал. Как для какого-то штуки больше нуля? То есть это имеется в виду реальная часть больше нуля? Ну да, да. Так и есть. Реальная больше нуля, а мнимая ноль. Вот. Да. Вообще, я бы даже здесь сказал, наверное, здесь строго равно единице. Ну вот, ладно, хорошо. Е в степени И 3 фи плюс пи пополам. Плюс 2 пика, наверное, так, да? Больше нуля. А с этим согласны? Отлично. Хорошо. Тогда чего там? Косинус, ладно, синус равен единице, то есть, наверное, 3 фи плюс пи пополам
плюс 2 пк равно пн. Ну да, синус равен нулю, это пн. А что, косинус, ну то есть, сейчас, давайте вот так вот напишу. Это из условия синуса. Так, кто-то не согласен? Был. Смотри, у нас же тут на синус условия, то есть... Если вот эта штука больше нуля, то синус, наверное, нулевой должен быть, значит. Да, а здесь косинус должен быть... Косинус равен единице. Да. That's right. 2π. Не знаю. Ну пусть... Штрих. Ну хорошо. Тогда какие у нас здесь условия? Так. Ладно, давайте не к П. Так, а здесь все согласны, надеюсь. Поднимите руку, кому понятно. О. Это радует. Ну хорошо. Тогда давайте сделаем так. Например, условие на косинус. Пусть p равно 0. Тогда φ равно... Сейчас. Давайте вот так вот. P равно 0, наверное, значит, что φ равно минус π на 6. Вот отсюда. А если φ равно минус π на 6, то это значит, что вот эта штука 0. Ну да, здесь k равно n равно 0. Такое может быть, значит, если k и n нулевые. Да, такое тоже может быть, n равно 2k, например. Но вообще говоря, наверное, тут не тяжело понять, что всего у нас будет по фи три направления. Ну, потому что, смотрите, у нас, например, вот на вот это условие, p только три значения будет принимать. В остальных случаях там будет, например, фи здесь минус π на 6 плюс 2π, плюс 4π, плюс 6π. Я, к сожалению, не очень расслышал. Ну, если условие не как больше, то это как равно 1, то это будет полный. Ну, тоже так, да, вполне себе. Ну, хорошо. Окей. Так, ну, сейчас... Ладно, наверное, вам не очень хочется этим заниматься, и я могу просто выписать ответ, но по вот этим двум уравнениям вам, наверное, как сказать, будет понятно, как это делать. Я вообще рекомендую вот это посчитать все-таки самому лично. Это поучительно вполне. Это вам в будущем поможет. Чуть больше разбираться вот в каких-то интегралах. То есть это, например, может быть полезно, когда вы считаете какие-нибудь асимптотики функции R. Вам кажется,
Лёша рассказывал чуть про функции Эри, да? Ну хорошо, то есть давайте я, наверное, просто ответ выпишу. И то есть это фи равно минус пи на 6, пи пополам и 7 пи на 6. А это достаточно, кстати, легко увидеть, я даже думаю, потому что у нас есть вот точка и пи пополам. Есть у нас направление минус пи на 6. Вот. Сейчас. Вот так вот. Как-нибудь так. И у нас здесь, например, отклонение всего на 2π. То есть это у нас будет на 2π на 3. Вот эти направления отличаться. Ну, такой, наверное, интуитивно понятно более-менее. Ну, типа такого вот. Короче, вот такие направления. У вас есть вот минус пи на 6, пи пополам и 7 пи на 6. Ну хорошо. Тогда как бы вы там контур этот прошли? Ну, хорошо. Ну вот, смотрите, вот у вас, по сути, вот ваш контур изначальный, да? Вот это при y равно 0, здесь y равно π на 6. Вот. Вот так вот? А вот так вот почему нельзя? Можно, но мы же по нему тогда обратно пойдем, и у нас все равно, ну, очень классно будет. Ну, нет никаких идей. Это перевальная точка. У нас начальный блок это просто какая-то. Да. Ну ладно, на самом деле, ну, вот это есть две причины примерно. Почему так нельзя делать? Наверное, такая главная причина, почему так нельзя делать. У нас же здесь полюс. И мы не можем никак вот так вот контур изогнуть, чтобы он прошел там мимо полюса как-то. То есть вот у нас же вот такой вот контур типа. Ну, мы здесь замкнули, вы помните, наверное. Можешь не помнить. Но это напоминание. И ну, мы уже никак это не исправим. То есть у нас вот есть. То есть только мы вот так вот можем пройти. Потому что иначе мы бы как-то так неправильно прошли бы, что мы там как-то, как сказать, насквозь полюс прошли. Это нехорошо делать. Ну вот, а вторая причина, наверное, это потому что если вы вот, например, вот как-нибудь контур изогнете. А, ну вот, а почему, например, нельзя вот такой вот контур взять? То есть вот мы вот так вот прошли и дальше по вертикали. Ну да, это тоже одна из причин, но на самом деле есть чуть-чуть другая
причина, она тоже очень важная. Я, кстати, не знаю. Ну ладно, наверное, не говорили этого. Но смотрите, у нас есть вот эти три линии, вдоль которых у нас наискорейший спуск. Но есть же у нас еще линии, вдоль которых функция, наоборот, вот так вот растет экспоненциально. Ну вот. Если мы вот так вот пройдем, то это не совсем хорошо будет, мягко говоря, потому что, ну, это надо как-то так контур изогнуть, он экспоненциально увеличивается, но при этом мы, например, с такой же точностью не взяли какие-нибудь полюса более высокого порядка. Ну, в общем, советую над этим подумать поподробнее. И, ну хорошо, тогда давайте возьмем контур. Вот. Или у кого-то вопрос? Нет? Ладно, давайте еще раз, кому понятно, руки поднимите. Ну хорошо. Тогда у нас вот здесь есть полюс. И вот эти точки отличаются на два пенатора. Их фазы на два пенатора отличаются. Тогда, соответственно, можно взять вот такой вот контур, который обходит полюс не как раньше мы, например, брали, что он такой круг делает вокруг полюса, а мы сейчас не можем так контур изогнуть, и он может только на 2 пи на 3. На 2 пи. Почему не рвается? Почему, например, не вот это, вот так? Да, то есть, типа, вот это не может. А, ну ты, например, не можешь. Я же говорю, у тебя здесь полюс есть. И ты не можешь контур так обогнуть, что, например, вот так вот пойдешь. Ну вот почему? Там полюс, я вот не понимаю, почему мы можем обойти снизу, но не можем сбоку. Угу. Ну смотри, например, смотри, снизу мы, например, можем, потому что можем, как сказать, вот так вот, что ли, такой контур сделать, и он ровно нулевой, да? Потому что здесь полюсов никаких нет. Это и пи пополам. Здесь ноль. Вот. Ноль. И пи пополам. И здесь, например, у тебя полюсов нет, значит, интеграл нулевой. Ну вот. Но при этом ты можешь, например, посчитать интеграл по горизонтали через, через эти две штуки, да, и два пи на три обход. Так. Ну, сверху можно два горизонтали? Ну, то есть, как бы, вот сверху вот, сейчас. Можешь повторить? У нас есть этот треугольник, и мы вот эту точку пошли снизу, там вулканы. Да. Сможем эту сверху получить? Там было. Ну, два. Да. Ну, это... Нет, это не хорошо. Я сейчас... То есть, например, ты предлагаешь, что мы сделаем вот так вот как-то, да? Или как? Чтобы дуга ровно под точкой была сверху. То есть, вот какой-то такой, что ли? Я имею в виду полюс. Да, то есть полюс пересекли. А, вот этот, например,
Да, я хотел практикабельность. Да, конкретно вопрос моего друга Юрия в том, что вот он прилагает вот так вот в плейке. То есть вот не снизу, а сверху, да. Ну, это не вопрос. Так. Сейчас, но... Сейчас, то есть вы хотите просто вот такой контур взять, чтобы он обходил на 2 пи на 3 и типа вдоль него вот так вот посчитать. Так. Сейчас я на самом деле. Я сейчас, кстати, честно, я сейчас не могу ответить, наверное, я бы, наверное, после пары так подумал с вами и обговорил это. Почему так нельзя делать? То есть, нет, смотрите, это абсолютно то же самое, потому что вот мы возьмем сейчас контур, так обойдем, и мы захотим посчитать вычет, например, да, вот, но при этом у нас вот наш исходный интеграл, вот есть, как сказать, два таких куска, да? Ну вот. Но мы когда будем это считать, у нас получается будет вот интеграл по вот этому всему контуру, потом равен вычету. И этот вычет — это как раз полный обход 2πi. А здесь, по сути, вы как предлагаете, здесь будет 4π на 3, но то, что я предлагаю, это буквально, по сути, то же самое. Ну, то есть это правильно, это так, и это абсолютно так же считается. Но и так можно делать даже. Но просто когда вы будете считать, то вам надо будет говорить, что вот есть интеграл, и он равен 2πi на вычет. А я хочу сделать так, что я возьму вот такой вот контур. И это, по сути, вот абсолютно то же самое, потому что вот то, что у вас есть обход такой вместе с вот этим, вот он как раз и даст вот 2πi на вычет. А я хочу обойти, так сказать, типа треть взять. Наверное, ответил на ваш вопрос. Хорошо. Тогда ну хорошо. Так, сколько у нас еще осталось времени? Вот как. Ну хорошо. Тогда давайте я по-быстрому скажу ответ, что и вот бета много больше единицы. Равен приблизительно. Сейчас 2πi на 3. Это вот то, что мы прошли здесь треть. Мы прошли здесь угол 2π на 3. Вот. И еще и заработали. Потом значение экспонента в этой точке, это будет
e в степени минус пи бета пополам. Потом на двойку, потому что у нас есть 2 на косинусы гиперболических. Так, потом дальше это будет на 2i. То есть вычет от 1 на 2 косинус это 2i. Ну вот. Ну сокращаем и это π на 3 и в степени минус π бета пополам. Все, похоже. Есть вопросы? И если вопросы только по домашке, то тогда пишите. Ну вот, а если по задаче вопросы, то сейчас задавайте.